Нет ненависти, нет страха. Митинг под таким лозунгом прошел в январе в центре Иерусалима. Его участники собрались, чтобы выразить солидарность с евреями диаспоры из-за усилившейся в мире волны антисемитизма. Параллельно с этой акцией «Марш нет ненависти, нет страху» состоялся в Нью-Йорке. Тысячи американцев, евреев и неевреев, поддержали акцию еврейской общины Нью-Йорка на Бруклинском мосту в знак протеста против недавних антисемитских инцидентов в Монси, Бруклине и Нью-Джерси. Митинг в Иерусалиме был организован еврейским агентством, Всемирной сионистской организацией и антидефамационной лигой. Отсюда, из центра независимого еврейского государства, мы призываем весь мир сделать все возможное, чтобы искоренить это ужасное явление – антисемитизм, бороться с ним, используя все необходимые средства – юридические, общественные, и воспитывать будущее поколение на том, какова цена ненависти, насколько ужасен и агрессивен антисемитизм. Нужно предоставить каждому еврею и еврейке жить в покое и безопасности, исповедовать свою веру, носить кипу и быть гордыми евреями. И, конечно, осуществить возможность совершить алию и жить в Израиле. Мы, как евреи, здесь, в этой стране, можем свободно все говорить и чувствовать. И мы горды, что мы сегодня здесь. Это наш ответ той волне антисемитизма, которая поднимает голову сейчас во всем мире, тем антисемитским акциям, которые происходят в Америке. Сегодня, к сожалению, евреи в Соединенных Штатах уже не чувствуют себя так в безопасности, как было раньше. И мы отсюда, с этой площади, согнутого Возникнельского агентства, шлем свою любовь и свою солидарность всем евреям во всем мире, которые сегодня подвергаются этим антисемитским нападениям. Мы им говорим, мы с вами, мы братья, и мы будем вместе бороться с этой проклятой волной и победим. Я желаю всем, чтобы это больше не повторилось. Нужно извлечь уроки. Можно не соглашаться друг с другом, но нельзя убивать. Я считаю, что евреи должны держаться друг друга и здесь, и во всем мире. Поэтому, евреи Америки, мы будем поддерживать вас всеми способами. Удачи вам!